Больше женщин и горожан. Органы статистики подвели предварительные итоги переписи населения 2010 года. За последние 7 лет курян стало на 108,5 тысяч меньше. Население области сократилось почти на 9%. Перепись населения показала, в регионе проживает 1 миллион 126,5 тысяч человек. Снижение было обусловлено в основном за счет того, что превышает количество умерших, количество родившихся. И до 2007 года был отток населения из Курской области. Это коснулось всех уголков Соловьиного края. Исключение – город Курск. Здесь численность жителей растет. В основном за счет миграции внутри региона. Нынешняя перепись подтвердила старую шутку о том, что по статистике на 10 девчонок приходится всего лишь 9 ребят. В нашем регионе мужчин на 10% меньше, чем женщин. И разрыв этот растет, если в 2002 году соотношение мужского и женского населения составляло 45,7% к 54,3%. Теперь женщин в регионе 54,6%, а мужчин всего 45,4%. Урбанизация продолжается. Кстати, этим же и вызвано все же и снижение численности населения. Приоритеты в рождении детей в городской местности и в сельской местности разные. Всегда было известно, что сельские семьи, они более крупные, чем городские. Полученные данные лягут в основу долгосрочных социально-экономических прогнозов и демографических программ. Валерия Галкина, Роман Леонов, телеканал «7».